Красота городского пейзажа собирательна. Это красивая архитектура, чистые ухоженные улицы, пестрые клумбы. А еще город украшают люди своими делами и талантами. Талантливый могилевский скульптор Андрей Воробьев красоты для города сделал немало. И мастер продолжает творить. У скульптора много задумок, и все они так или иначе связаны с родным Могилевым. Андрея Воробьева мы застали за работой. Он заканчивает очередной макет и приоткрывает тайну, где появится эта скульптура. Мост, так, мост про Дубровенку. И такие, это не просто мост, а мост Закаханных, знаковое место для города. И скульптура Закаханная в такой вечной позе. Причем они находятся под ліхтаром, потому что завсёды хаваются у темры и у тенью. Адвечный так само элемент споткання – годинник. Это роздум про такие пророжные часы, розные эпохи и наш час. И они у вечной позе, как и 500 год тому, и 1000, и у третьем тысячегодзе, это так само люди обдымаются, милуются. Ну, в общем, это. Сперва приходит идея, появляется миниатюра-задумка, потом она подрастает, обогащается деталями. За это время она проходит путь от 10 сантиметров до нескольких метров. Наперадзе цікавая праца, конечно, потому что это будут великие фигуры, 1,70 м, 1,60 м. И, ну, планую створить шедевр. И это про то, как хлопец, юнак, упершиню подарил своей коханой, а она об этом еще не догадывалась, кветки, и вот ее психологический стан, и его спроба растлумачить ее, как же не может жить больше без ее. А в этой паре знакомый сюжет одной могилевской легенды. Это Машека со своей коханой. Мне давно, еще в детстве, я уже ведал эту легенду, мне батька рассказал. И мне думалось, а чему ж у нас нема Машеки, нема увасабления скульптурного. И потом я рос, жил с этой думкой. И не так давно я зразумел, каким он повинен быть. Это Ромео и Джульетта, але другая назва – Рома и Юля. И это одночасово и наши сучасники с лепшим сыходом эта история, с лепшим концом. Але скульптура вот такая. Это сухий фонтан, две постати, яны лунают над городом, и у некий момент возникает стена воды, якая спробує их разбурить. Але, докранаючися только у поцелунку, яны непохисные у своим жаданні быть разом. А теперь телеволшебство. Вот. Ну, это повинно быть у этом месте. Ромео и Джульетта. Фонтан. Стена воды, якая возникает с некой периодичностью, якая спробує их разбурить, разорвать, але ей не удается зарабить гэтага. Шекспировские герои символично разместились в театральном сквере. Место под стать нашлось и для Машеки с возлюбленной. Ну, вот мне сдается, что это идеальное место для этой композиции. Вот так прикладно и оно повинно размещаться, так что можно будет обысти из всех боков. Фон вельми пригожи, небо, древы. И для меня это такое место знаковое. Я мару тут усталевать свою працу, потому что
Меня сюда приводили на прогулки в детстве, и я кепско кушал, меня кормили котлетами тут вот под шумок прогулки. Это парк Горького, где, кстати, уже есть одна скульптура мастера – Могилевский замок. А вот уже этой осенью могилевчане смогут назначать свидание у новой городской скульптуры. Встань, я думаю, что это вот площадь встречного фонтана и эта скульптура еще одним упригожением нашего города. Заметили, что связывает все эти работы? Да, это любовь. Это ж завсёды чудовно. Повинно быть шмат закоханых и тем, что будут заявляться такие скульптуры, я сподіваюся на это. Мы повеличиваем их колькость, повеличиваем атмосферу в городе, сприяльную для этого. Как было будущее.